На часах 16:00 в эфире 7 новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Около 150 инвалидов-переселенцев из Сергеевки и санатория «Куяльник» собираются разместить в пансионате. Он находится в селе Тузлы Одесской области. Чтобы открыть двери в новый дом общественной организации, которая взяла на себя эту миссию, необходимо чуть больше 300 тысяч гривен. Больше знает Ольга Голодова. Валерий Гончаров ежедневно выходит на прогулку. Для мужчины это возможность подышать свежим воздухом и пообщаться с другими. Я не всякие препятствия, которые у меня перед глазами, перед ногами, могу преодолеть. Без посторонней помощи. Если я за кого-нибудь продерживаюсь, я могу. Валерий – участник боевых действий в Афганистане. Инвалид второй группы. Каждый такой спуск дается ему с трудом. Но мужчина не сдается. Ему 50, и он хочет жить. Я разведенный очень давно. И семья моя очень далеко. Очень далеко. Я одиночка. Мне помочь реально... Как инвалиду мне некому помочь. Я считаю только на себя. Из родной Горловки Валерий уехал год назад, когда начались боевые действия. В санатории Сенетате живет с сентября 2014-го. Мне в Волоку возвращаться некуда. Просто-напросто там нету места жительства, как такового. Там место, где пожила квартира, ее нету. В санатории Сенетате живут переселенцы из Восточной Украины. Здравница в долгах. Речь идет о 60 миллионах гривен. Руководство санатория переживает, что не сможет выплатить этот долг. Кормят переселенцев из последних сил. Качество питания в санитате на низком уровне. Общественная организация «Европейская ассоциация прав инвалидов» пытается решить вопрос с местом жительства этих людей. В пансионате в селе Тузлы Одесской области есть жилые помещения, медпункт, столовая, прачечная и даже свое футбольное поле. Здесь все условия для жизни. В скором времени сюда переедут 150 переселенцев из Сергеевки. Комплекс пустует уже более 2 лет. Когда-то в комнатах бывшего санатория отдыхали дети. Поэтому здесь все сделано с расчетом на маленьких жителей. Эти стены ждет реконструкция и косметический ремонт. Здесь, наверное, будут жить, скорее всего, 3 человека. Останется 3 кровати. Будет поставлен стол, скорее всего, шкаф, тумбочки. То есть, чтобы люди, создать им в комнате именно такое жилищное условие, уют, где они могут не чувствовать себя как в больнице, а чувствовать себя именно как дома. Ответственность за этот комплекс целиком и полностью на себя взяла Европейская ассоциация прав инвалидов. Двери сохли, замки какие-то поменять, покрасить какие-то полы, двери, где-то обои отпали. Мы тут минимально вообще просчитали, что смогли, это 50 тысяч гривен, чтобы просто его вот открыть двери и поселить людей. В Тузлах будут жить одинокие и люди преклонного возраста, социально и физически неактивные переселенцы. У нас, в общем-то, стоит большая проблема по расселению людей. К сожалению, нет у нас в области, в Украине, куда мы можем переместить этих людей. Почему именно Тузлы? Потому что здесь комплекс. Люди могут жить все вместе. Ну, к сожалению, так получается, не может один одинокий человек жить самостоятельно. Ему нужен уход. В Тузлах для этого есть все. И климат, и жилищные условия, и даже сельская громада готова принять к себе новых людей. Все затраты на проживание, коммунальные услуги и питание переселенцев-инвалидов хотят покрыть за счет их социальных выплат. Сотрудники общественной организации просят людей и бизнесменов помочь собрать необходимую сумму для первого месяца проживания переселенцев. Из нашего расчета каждый человек, его проживание месячное будет где-то порядка 1700 гривен. То есть общая сумма, которая нам нужна на первый месяц, это 262 500 гривен на 150 человек. Для того, чтобы эти люди могли себя максимально комфортно чувствовать, чтобы они могли получать 4-разовое питание и круглосуточный социальный и медицинский уход. Если там будут предъявленные условия для моего проживания, как для инвалида, если есть такая возможность у руководства и у вышестоящего руководства, я буду... А то на сегодняшний день переместиться в Тузлу, даже в таком состоянии. А пока что судьба переселенцев остается под вопросом. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, 7 канал. Прокуратура всерьез занялась нахалстроями Одессы и области. За 5 месяцев этого года в суд подали 70 исков об отмене строительства и права собственности на самовольно возведенные объекты, а также на их снос. Большая часть исков касается застройки именно в пределах города, а несколько нахалстроев вызвали общественный резонанс. К примеру, строительство 5-этажного многоквартирного дома на улице Бригадной, 4. Прокуратура подала позов до реєстраційної служби про скасування права власності, а також про їх знесення цього будинку.
Также под внимание прокуратуры попало незаконное строительство на улице Веры Инбер и объект на пляже Лонжерон. Последние начали строить под видом аварийно-спасательной станции, а превратили в кафе. Роман Говдан отметил, что прокуратура области сделала все возможное, но сносить эти здания полномочий не имеет. Этим должна заниматься городская власть. С приводу знесения будівель, в первую очередь, этим должны заниматься органы местной власти, а также те установи чи організації, які віддані, яких перебувають землі. Однак на даний час гроші на це не виділяються і робота з цього приводу проводиться не досить активно. Ну, а я напомню, что при наличии информации о факте самовольного строительства, захвате земель, нарушении прав, сообщайте по телефону горячей линии прокуратуры города Одессы 731-90-19. Есть шанс, что вас все же услышат. И в продолжении темы прокуратура области прокомментировала инцидент у апелляционного суда. Я напомню, вчера там пытались иллюстрировать прокурора Юрия Богомолова. По факту нападения, совершенного на сотрудника правоохранительных органов, открыто уголовное производство. Тому за цим фактом, як всім відомо, розпочато кримінальне провадження. Згідно закону, воно передано в слідче управління органів внутрішніх справ області. І в ньому буде проведено згідно з законом розслідування, і винні понесуть покарання. Напомню, Богомолов представлял государственное обвинение в деле участника Народной Рады Бессарабии Виталия Диденко. Журналиста подозревают в сепаратизме и хранении кокаина. Вины парень не признает, суд продлил его арест. Працівник прокуратури чітко і жорстко підтримав позицію, яка була висловлена в клопотанні щодо обрання цієї особи запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Він не оратор, це дійсно. Но позиція висловлена чітко. В прокуратурі також відмітили, що подобних люстрацій в місті більше не допустять. Жители сел Одесской области Выпасного и Сухолужья вышли протестовать под Белгороднестровскую райадминистрацию. Люди говорят, что у них слишком высокие тарифы на воду. Они требуют, чтобы от снабжения питьевой водой отстранили предпринимателя, который оказывает эти услуги. Олеся Повар была на месте событий. Эти люди выходят на митинг уже не первый раз. Они хотят, чтобы скважины вернули в собственность громады. Ведь сумма, которую установил предприниматель Виталий Ярошенко за услуги водоснабжения, стала для многих неподъемной. К тому же она постоянно растет. 10, 15, сейчас дошло. Услуги 40 гривен, вода 20 гривен, куб воды. Вы можете представить, я пенсионер, мне куб воды будет обходиться 60 гривен. Но это еще не самое страшное. По словам людей, уже почти месяц 1800 дворов живут без воды. Так Ярошенко решил поступить с теми, кто не согласен с новыми тарифами. Местные жители говорят, это самый настоящий шантаж. Вода к нам не поступает. Если нам поступает вода, вот к нам, вот лично в дом, то это идет, допустим, в 2 часа ночи или 3 часа ночи. По капле мы набираем 400 литров. По капле набираем до утра. Школы, сады без воды. Как это можно? В наше время без воды вообще. Водопровод в селах Выпасное и Сухолужье появился в 2007-м. Работы проводили за счет самих жителей. Проблема в том, что официально этот факт нигде не зарегистрирован. Жители сел надеялись на совесть предпринимателя, который сейчас поставляет воду. Ведь договор на аренду скважин семьей Ярошенко заключили на 49 лет. Как это так можно? Мы сдали по 300 долларов, свои деньги вложили в линию, и вы нам такие цены ложите. Чеков за оплату воды люди тоже не видят. Каждый месяц к ним приходит человек, который в своей книге просто ставит галочку. А с теми, кто платить не хочет, грозятся жестоко расправиться. Угроза, что он потравит воду. Да. Это было. Это люди все слышали. Да. О, и плюс и деньги идут чисто ему в карман. Ни налоговые, ничего. Где прокуратура, почему не наложат арест, а потом решать все это самое. Решать проблему собралась коллегия Белгороднестровской райадминистрации. Люди простояли в зале больше 3 часов, пока чиновники не приступили к их вопросу. На заседании жителям предложили своими силами организовать охрану скважин. Інвентаризацію майна, по-перше, теж треба зробити, поставити водопровідні мережі собі на баланс. Та там шахтар, він вже пішов там договоритися. Я ж вам казав, якщо протиправні дії вчиняються з цього боку, вперед 102, приїхала міліція за протиправні дії. Якщо ви провірите, порушення умов договору не є кримінальною відповідальністю. Все. Заседание райадминистрации не принесло никаких результатов. Ситуацию оставили на произвол. Но люди больше не могут оставаться без воды. Поэтому они и дальше будут отстаивать свое право на нормальную жизнь. Никто на нас не обращает внимания. Значит, мы будем перекрывать дорогу на
маяка. На республіканській. Щоб приїхав до нас із Києва, щоб подивилися, що ми сидимо без води, що наші діти страдають і ми. Коллеги райадміністрації, так і не прийняв конкретних рішень, покинула зал. Уходили швидко і через чорний ход. Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Они всегда стоят лицом к лицу с опасностью. Сегодня отмечают свой праздник пограничники. На стоянке кораблей и катеров Одесского отряда морской охраны побывала и наша съемочная группа. Саша с нетерпением ждет, когда сможет подарить папе цветы. У его отца профессия редкая и очень ответственная. А сегодня еще и большой праздник. Мой папа пограничник, командир БЧ-5. То он охраняет границу. Павел Бычков служит уже 15 лет. 5 лет в Крыму, остальные в Одессе. У отца всегда была мечта стать офицером, но не сложилось. Пришлось воплотить его мечту в свою. Мы родом из Севастополя, и дети у нас в Севастополе родились. Да. 10 лет уже, правда, в Одессе, родные все там, в принципе, остались. Ну, Украина, патриотизм, все. То есть это в наших сердцах. У капитан-лейтенанта Дениса Захарченко двойное торжество. Вместе с профессиональным праздником он отмечает день рождения. Стать военным мечтал с самого детства. Работу свою очень любит. Правда, во время службы скучает за родными. Мы редко бываем дома, что семьи нас ждут, жены нас ждут. Мы большую половину своей жизни отдаем государству и защите границы. На празднике ветераны отряда, шефы кораблей и катеров, представители военно-морских сил Украины. Лучшим пограничникам вручили награды, ценные подарки и присвоили звания. А в память о погибших при выполнении задач в зоне АТО открыли мемориальную доску. На жаль, сьогодні немає серед нас двох наших побратимів – старшого лейтенанта Петухова Дениса Анатолійовича та старшого матроса Колесніченка Євгена Анатолійовича. Денис Петухов и Евгений Колесниченко погибли 7 августа прошлого года в Должанском котле. Об их героизме и заслуг вспоминали коллеги, друзья и родные. Всех ребят мы поздравляем с этим большим праздником, желаем им здоровья и службы только в мирных целях. Чтоб никто не испытывал никогда горечи и утрат, потери, чтобы был мир на земле и чтобы все были просто здоровы. Для меня это было очень сильным переживанием. Вообще август месяц прошлого года был тяжелый. Это был Должанский, потом Иловайск. И я не хочу, чтобы мы больше присутствовали на похоронах каких-то вообще наших подопечных, друзей, знакомых. Поздравляют пограничников еще и волонтеры. Важные люди в жизни военных. Они поддерживают их весь последний год. Наши ребята празднуют свой, скажем так, праздник, День пограничника, поэтому мы постарались их поддержать всячески. Ну и они нас немножко поддержали. Вітаю вас с Днем прикордонников! Слава! 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 Ирина Стряпко, Алексей Барановский, 7 канал. У Черного моря Леонида Утесова по-прежнему играет на Одесском железнодорожном вокзале при отправлении и прибытии поездов. Напомню, ранее появилась информация, что гимн города заменили на другие композиции. Музыка украинских исполнителей сегодня действительно играла. В частности, это песня Натальи Бучинской «Моя Украина». В пресс-службе вокзала отметили, все новые мелодии прозвучали в тестовом режиме. Шторма и града не будет. Синоптики гидрометцентра Черного и Азовского морей отменили свое штормовое предупреждение, согласно которому в ночь на 28 мая в Одессе должна была разбушеваться стихия. Град на отдельных метеостанциях области действительно был замечен позавчера, да и понижение температуры воздуха ощутили все жители региона. А в ближайшее время станет еще холоднее, но ненадолго. Температура воздуха на ближайшие сутки ночью понизится до отметки 10-15 тепла. В дневное время суток температура воздуха будет не выше 18-23 тепла. Сохраняется еще 30 мая в ночное время суток штормовой ветер северо-западный 15-20, а в дневное время суток ожидается без существенных осадков и постепенное повышение температуры воздуха. На выходные синоптики обещают уже 13-18 градусов тепла в ночное время и до 28 днем. Стихий пока не предвидится.
Светофор, который обманывает. На нем поменяли местами желтые и зеленые цвета. Неправильный светофор находится на пересечении улиц Дегтярной и Тираспольской. Его поведение многих водителей вводит в ступор. Некоторые от неожиданности даже не знают, на какой из сигналов реагировать. Из-за этого на месте периодически образовываются заторы. К этому часу у меня все. Увидимся, как всегда, в 18:00. Вам желаю хорошего дня. Оставайтесь 7.